Добрый день! Сегодня я хочу рассказать о наборе крючков. Заказала их на Алиэкспрессе. Там они называются что-то вроде набор винтажных крючков. Стоят они чуть больше $5. Есть дороже. Ну, я нашла самые дешевые. Что-то, по-моему, 5,25 они стоили. Вот. До Беларуси они шли 22 дня. Из них 5 они были уже здесь. Это прохождение таможни очень долгое наше. Вот. Пришли, ну, я считаю, быстро. Значит, было все упаковано в огромный пакет. В нем лежал вот этот вот пенальчик. Вот. Сами крючки. Есть такие же крючки с такой же формой ручек, но разноцветные. Вот, ну, я захотела черные. Значит, сам пенал очень удобный, чтобы их хранить. Вот, вот такие вот ячейки. Специально под форму ручек. Они 4 разных видов. Значит, всего здесь 8 крючков. От 2,5 до 6 с шагом в 0,5 миллиметра. Достану. На деле оказалось, что ручка не черная, а темно-коричневая. На видео это, наверное, не видно. Но в любом случае красиво. Это анатомическая форма ручки. Я крючок держу как нож. Ну, мне удобно. Если держать как ручку, наверное, надо будет привыкать. Как-то. Ну, если вы держите вот так же, как и я, то будет удобно. Крючки очень легкие, несмотря на их внушительный размер. Плотно, в принципе, сидит наконечник в ручке. Насколько они долговечные, время покажет. Я сравнивала размеры с имеющимися у меня крючками. Все совпадает. Я не знаю, есть ли вообще линейки, которые, с помощью которых меряют размер крючков. Вот. Ну, в принципе, даже так на глаз кажется, что все совпадает. Вот это вот 5,5. Вот. Очень легкий вообще. Можно сказать, невесомый. Так, что еще хотела сказать? Надписи. Надписи, скорее всего, очень быстро сотрутся. Они тут не выдавлены, просто нанесена краска. Поэтому потом придется, наверное, сравнивать, чтобы знать, где какой размер. Хотя, возможно, можно как-то подписать вот эти вот ячейки, где они должны храниться. Вот, и тогда уже так определять, где какой крючочек. В принципе, заказом я довольна. Их можно использовать в качестве аксессуара, чтобы делать фотографии. Вот. Вещь красивая. Спасибо за просмотр. Всего хорошего.